приехали, на дачу к знакомым. И там лиса выбегает. Ой, лисы, ёжики. Эта акция направлена, конечно же, на то, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей. Направлена она на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Дети, написав эти письма, раздают их водителям со своими пожеланиями. Дети в этих акциях участвуют очень охотно, потому что в этот момент они получают живое общение с водителями. Водители также, как правило, позитивно очень к этому относятся, очень хорошо настроены. И я думаю, что эта акция все-таки, наверное, достучится, скажем так, до сердец водителей. Некоторые задумываются, я надеюсь, хоть кто-то, когда садятся за руль, что это все-таки, да, машина – это источник повышенной опасности. И лишний раз подумают, стоит ли садиться за руль в нетрезвом состоянии, стоит ли превышать скорость допустимую, стоит ли не пристегиваться за рулем. И чаще, может быть, будут пропускать водителей, пропускать пешеходов на пешеходном переходе. Совместно должны заниматься. А почему детей? Ну, для безопасности. Будете соблюдать? Конечно. Коллеги подготовили такие письма с пожеланиями вам быть на дорогах вежливыми и аккуратными. Возьмите, пожалуйста. Хорошо, не нарушайте правила и будьте внимательны на дорогах. Спасибо, хорошо. Ну, вообще дети как лучше бы что участвовали. Иногда, мне кажется, взрослые больше детей послушают, чем инспекторов. Инспекторов привыкли, что штрафуют, а не информируют. А дети как-то приятно подошли, хоть настроение подняли. Здравствуйте! У нас проходит акция, называется «Письмо водителю». Будьте аккуратны. Дети подготовили такие письма. Мне вышло, до свидания. Нет! Страшно, это прикольно. Это такое, мне нравится. Чаще всего дети пишут, конечно же, уступать им на дороге, на пешеходном переходе уступать. Чаще дети пишут, которые постарше, пишут не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, так как они уже постарше, они уже понимают, что это такое и насколько это опасно, к чему это может привести. Ну и также дети пишут о том, что я мечтаю о том, чтобы дороги были безопасными. Это хорошее такое мероприятие, доброе, которое будет проводиться ежегодно, и, может быть, действительно у нас количество дорожно-транспортных происшествий станет меньше.